трущобами решили заняться. Чиновники районной администрации пришли на разговор к жителям деревянного барака в Вязниках. Напомним, мы рассказывали о состоянии дома в апреле этого года. Пенсионеры, которые снимают квартиры по договору соцнайма, остались в деревянном доме без туалета. К тому же у людей нет газа и водопровода. Но вместо того, чтобы признать покосившееся здание аварийным и расселить жильцов, в бараке сделали капитальный ремонт крыши. А они ее не признают аварийным. Вот здесь они тут это приходили, комиссию создавали. Конечно, я не знаю, как, если по... Как положено, они должны какие-то замеры сделать, там еще чего-то. Они же ничего не делали. Тогда пришли там человек 5, их поглядели, вот это все. Вон, ушли, на глаз ушли, написали вон мне эту отписку, все. Что он не аварийно жить в нем может. Решать вопросы на место приехал замглавы администрации района. На общем собрании жильцов решили подавать документы о признании дома аварийным и делать независимую экспертизу за счет бюджетных средств. Деньги на нее чиновники пообещали выделить в течение месяца. Решили, да, то есть все согласны на то, что надо дом признать аварийным. Признать аварийным, да. Вопрос второй. Финансирование мероприятий по обследованию квартирного дома. Предлагаем оплатить эти расходы за счет администрации. Да, да. Правильно? Правильно? Я вас правильно понял? Правильно, правильно.